Всем привет! Вы на канале «Дома как дома». Меня зовут Лилия. Сегодня я предлагаю вам приготовить сырки в шоколаде. Все хорошо помнят этот прекрасный вкус детства. И давайте же приступим. Для начала я подготовлю шоколад, чтобы растопить его на водяной бане. Шоколада мне понадобится 200 грамм. У меня вот такой шоколад в папулах. Вы можете взять обыкновенную плитку шоколада, молочный, черный, белый, в принципе, любой, который вам нравится. И сейчас я высыпаю в емкость творог. Творог берите желательно не кислый. Также я сюда добавляю 4 ложки сахарной пудры, можно ее заменить на сахар. Немного размягченного сливочного масла, грамм 50-60. И также добавляю пакетик ванильного сахара. Все это хорошо мы взбиваем блендером и получаем вот такую пышную творожную массу. Тем временем на водяной бане растапливаем шоколад. Если не боитесь его перегреть, можете это сделать в микроволновой печи. Постоянно помешивая, топим шоколад до однородной массы. И теперь, когда шоколад растоплен, добавим 1 столовую ложку растительного масла без запаха. Все хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Теперь я подготовила силиконовые формочки для кексов. Ваши формочки могут быть самой разной конфигурации и размера. С помощью ложки или кисточки вы распределяете равномерно шоколад по внутренней стороне формочки. Плотность шоколада можете регулировать на свое усмотрение. Таким образом я обрабатываю все формочки, и потом нам нужно будет отправить их в холодильник. Там они у нас проведут где-то полчаса. За это время шоколад успеет застыть. Формочки я выставила на разделочную доску, так их легко будет приносить в холодильник и также легко будет достать. Все, они отправляются на полчаса в холодильник. Итак, вот что мы получили спустя полчаса. Шоколад застыл. И теперь переходим уже к наполнению формочек сырной массой. Заполняем формочки на 1/3. И теперь перейдем к наполнителю. Наполнитель у вас может быть самый разный. У меня это повидло, которое я делала, кстати, тоже сама. Вы можете наполнять медом, ягодами, различными видами варенья, сгущенным молоком. В общем, все, что вам хочется, все, что сладенькое есть в доме, подойдет отлично для этого десерта. С помощью ложки делаем небольшое углубление и заполняем наполнителем. Сырную массу старайтесь распределять, чтобы она равномерно ложилась по краям. Благодаря этому формочки будут лучше держать форму. Таким образом я заполнила все наши будущие сырки. И теперь делаем уже последние штрихи. Сверху выкладываем творожную массу. Все это хорошо разровняем. Опять же, уделяем внимание краям.
И нам осталось только покрыть верхнюю часть сырков шоколадной глазурью. После того, как мы покроем шоколадом все сырки, отправляем их в морозильную камеру. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы нам было легче их извлечь из формы. Потому что в холодильнике все-таки сырная масса мягкая, и творожки могут потерять форму при извлечении их из формочек. Поэтому минут на 15, на 20. У меня, если честно, мои сырки провели в холодильнике, в морозильной камере 2 дня. И сейчас увидим результат. Итак, вот так просто мы извлекаем сырки из формочек. В данный момент это у нас творожное мороженое, можно сказать. Если мы туда бы добавили палочку, то можно было бы уже и сейчас кушать. Но если мы будем с вами кушать глазированные сырки, тогда нужно подождать, чтобы они оттаяли. Вот мы совсем справились. Давайте теперь посмотрим, как выглядит сырок в разрезе. Это очень вкусно и очень даже полезно, поэтому я думаю, что вы обязательно для своих деток приготовите такой десерт. Приятного аппетита! Не забывайте подписываться на канал и заходите ко мне в гости, ведь у меня все дома как дома. Я буду очень ждать. До новых встреч и пока!